Поселок Свалка, Мирная Попойка на Вечном Огне, снег посреди лета и не только. Предлагаем вашему вниманию очередную подборку фото-видеоматериалов с редакционного приложения WhatsApp. Картина на аллее возле Вечного Огня примерно одна и та же. Здесь можно увидеть любителей выпить с бутылкой в руках практически круглосуточно. Проходящие мимо люди не мешают дружно чокаться как молодым, так и пожилым людям. Так вот у нас центр города. Поселок Кунгей продолжает зарастать мусором. Жители бьют тревогу. Несанкционированная свалка, куда без разбора складируют отходы практически всех видов и категорий, с каждым днем разрастается все больше, увеличивая опасное воздействие на людей и окружающую природу. Терпение у жителей 23-го микрорайона в Пришахтинске. Подрядная организация решила положить брусчатку возле остановки, но подступов к транспорту вообще не оставила. Местным жителям приходится взбираться на огромные кучи, выросшие посреди дороги, дабы сесть в автобус. Сюрпризах природы. Снег среди ясного лета. Озеро Иссык-Куль накрыло вьюгой. Видео природной аномалии очевидцы прислали нам по WhatsApp. 12 августа. Никто не поверит, что снег здесь, да? Вот смотри, гад. Вон, посмотрите на воду, там уже ресторан есть. Обалдеть. Там пойдешь, покупаешься. Смотрите, там какие волны белые, там что-то, видите? Обалдеть. Светлана Фарина, Данил Заславский, 5-й канал.